Слышу голос из прекрасного. Алиса, я всегда буду гордиться тобой. Люблю тебя на все времена. Я понимаю, ты скучаешь по маме. Я тоже, поверь. Я собираюсь ее вытащить. Я думаю, мама застряла в прошлом. 100 лет назад. Нас отчислят. Я видел, как мальчик разрывает континуум. Он положит вселенную к нашим ногам. Как мне нравится, как это звучит. Сейчас 2124 год. Звучит правдоподобно. Очень увлекательно. Да шо от меня! Внимание, вторжение в космовер. Ты умрешь быстро. Я? Вот он. А ты совсем не меняешься. Скучала по мне, малыш? Блин, я думал, Макарит Степане лет 60. Чего ты хочешь? Завоевать вашу недоразвитую планету. Предложение, возражение. Да, нет, другое. Судьба планеты, Млечного Пути и 13. 13? 13. 13 галактик в наших руках. Боже, это трэш. Твоя мама вернется целой и невредимой. Все будет нормально, верь мне. Я сейчас заплачу. Это гостья из будущего. Вот это я понимаю. Так мне тоже нравится.